Bye. Эй, всем привет, ребята, с вами Геймер, мы продолжаем играть в фермера. Итак, давайте-ка вспомним, где у нас вообще техника, где поля. Ля. Не понял. Не понял, погоди. В смысле? Транспорт. А типа так, что, можно было, что ли? А я, да? А я могу застрянуть? Это что, мой поезд? Это реально мой поезд? Погоди, в смысле? Вы что, серьезно? А ну выйди. Выйди отсюда. А ну-ка, карта. На М карта, да? Нет. А как карта тогда? 9, ладно, на 9. Так, сейчас. Ну вот, я вижу возле 11 поля техника. Так как она точками помечена, я это помню точно. А поезда я не помню. Давай. А, все, вспомнил. Все, вспомнил. Все, я молодец. Так. Значит, у нас культивирована вся земля. Но какого-то хрена там ничего не растет. Ладно. Так, а чё? А в смысле? Это мой поезд? А когда я его успел купить? Когда я успел приобрести целый поезд? Я застрял. Тихо, не падать. Не падать. Так, побежали. Ладно, мы не бежим. Когда я успел купить целый поезд? Допустим. Сядь в поезд. В поезд сядь, я сказал. Так, F1. Ремни. Так, это L. Иди, ремни. А, видишь, в конце вагона там ремни. Вот самый последний. Вот так, хорошо. Так, теперь вот это. А, тут открыть крышу на N. Это вот это. Ага. То есть вы хотите сказать, что я мог бы вот это все возить через пояс. То есть купить один трактор и возить все через пояс. Офигенно. Просто офигенно. Что сказать? Поехали покатаемся на машинистом, побудем. Поворот налево-направо не, у нас только вперед-назад, да? Ля, сколько он едет. Уже час. Час работает, а я только узнал про него. Он уже час существует, а я только понял, что я могу им управлять. А типа, а в чем прикол поезда? Я реально могу тут что-то перевозить, и все, больше ничего, да? Сам ее нахуй. Так, ладно, где там трактор? Ты мне не нужен. Так, ты должен работать. Как работать? Б? Нет, не Б. С. Нет, не С. Так, давай-ка еще раз. F1. Вспоминаем. На нет рабочего, это H. Закончил работу, я понял. Ну, чуть-чуть промазал. Чуть-чуть промазал, бывает. С кем не бывает. Бывает промазал, бывает чуть-чуть. С кем не бывает. Тот не чуть-чуть. Так, допустим. Значит, тут погнал на H. Работает так, это у нас люди в черном погнали. Где еще один? Мешает объект. Кто мешает? Я не мешаю. Не ты. Так, ты. Ты у нас продолжаешь садить. Окей, далее, кто еще? Вот ты. Вот ты еще кто? Так, один работает. Второго трактора я, кстати, не вижу. Он где-то наверху, наверное. А где второй трактор? Погоди, что за холмы? Алло, успокойся. Что за бугры, что за холмы? Или это что-то мешает? А, вон трактор второй работает, смотри. Он же работает. Да, он работает, окей. Глянь, как пассаж, она вообще так красиво. Так, не помню. А это чей участок? Кто это оставил? Кто этот треугольник сделал? Кто бермудский треугольник меня вырезал? Кого запихнуть в этот же треугольник? Допустим. Так, магазин. Погнали в магазин. Блин, я запутался. Так, где магазин? Вот этот магазин. Так. Посетить. Отлично.
Значит, что мы делаем? Что мы делаем? В банк идем. В банк идем. Уплатить. Баланс. А, нечего уплачивать. Окей. Пиздим деньги у банка. Давай, нам надо как можно больше. Давай. Значит, нам давали кредит 250 тысяч. Мне интересно, что с кредитом будет. Типа, он беспроцентный или процентный? Я типа не шарю. Давай, 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 давай. Так, 600 тысяч. И сейчас тупо купим все поля. А, кредит больше 500 тысяч нельзя, да? Ёб твою налево. Кредит больше 500 тысяч нельзя. Ты видал? Окей, давай-ка купим какое-то поле. Какое-то маленькое поле, наверное. А, где участок? 300 тысяч. 200 тысяч. 210. 110 тысяч есть. 126 тысяч есть. 137 тысяч есть. 213. Так, давай-ка купить. Да. И вот этот купим. Купить. Да. Теперь телепортируемся в этот трактор. И погнали. К тем полям. Те поля у нас где? Ага, по прямой, я понял. По прямой налево. Сейчас у нас трактористы, дорогие, будут выполнять... Причем реально, бляха, дорогие. Они же покупают саженцы. И дать по очень дорогой цене, не то что я. И вот. Получается, наши дорогие трактористы будут выполнять работу за нас, продолжать садить. Ты видишь, как деньги садятся вообще четко-четко. А мы продолжаем сейчас культивировать землю. Продолжаем культивировать землю, чтобы... Хоть чуть-чуть сбить цену с наших рабочих. Сделаем хоть что-то сами. Так, назад. Открываем Б. Не понял. А, Н. Нет. С. А, В. Вот, все, В. В опустить, да? По идее, да. Сейчас смотрим. Да, опустили землю. И поехали. Поехали культивировать. Так, смотрим, есть ли там все хорошо. Все хорошо. Так, едем. Давай по этому краю. Ай, зацепил, не зацепил, зараза. Уголочек, блядь. Твою ж налево. Придется возвращаться. Ничего, вернемся. Сбили нафиг эти цветы. Трактор, трактор. Так, не буксуй, давай. Поехали. Не-не-не, опусти. Не поднимай. Тихо. Назад. Может, надо помыть? Погоди, это что, утяжелитель? А нафига мне тут утяжелитель? А, можно так чисто повернуться, да? Спасибо, не знал, буду знать. Так, ну что ж, поехали дальше. Дальше пахать, пахать поехали. Отпуск закончился, надо пахать теперь. Как-никак, работа не волк, в лес не убежит, как я, на пляж. Свалил такой, думаю, все, на расслабоне, там все работают. А, херушки, надо работать и самому. Пока бизнес не попрет, надо работать. Пока бизнес не прет, работай, работай. И еще раз работай. Так, как-то я уже криво поехал. Ну да, фиг с ним. Поехали сразу в... Тихо, тормози. Нет, нельзя второе поле. А что ж ты творишь? Ёмно, налево ж твое, да? Поворачивай, поворачивай. Так, все, так, хорошо, спахали. Теперь едем по прямой, разворачиваем. Главное, чтобы поезд не... Главное, чтобы поезд не бил, где там будет. А, поезд стоит, отлично. А он не едет, да?
Давай этот контроль сейчас врубаем. А как контроль врубить? Троечка. Во, поехал. Все. Так, теперь переключаемся обратно. И едем пахать дальше. А что такое? А что ты не едешь? А что не едешь? Застрял, что ли? Тихо. Нет. Как тебя собрать? H, B, N, V, опустить. Так, C, не то. X, хорошо, собирать. Так, кто там закончил работу? Кто закончил работу? Кто там? Кто такой? Кем будешь? Так, ты не закончил работу. Ты не закончил. Ты работаешь. А кто закончил работу? Аж закончил работу. Вот аж. Ева, ты посмотри, просто посмотри, сколько тут деревьев просто. Так, ну что ты не складываешь-то, а? Складывай. Мне ж трудно ехать, пока он разложен. Ай, ё-моё, налево, давай, поехали, ну не стой же ты. Какой-то сзади очень-очень-очень маленький трактор. Ты посмотри, какой маленький вообще сзади трактор, спереди какой огромный, а сзади какой маленький. Обычно перед всегда большой, а у нас получается мелкий. Так, заработная плата, окей. Кому-то заплатили. Не знаю за что, но мы заплатили за это. Мы за это заплатили. Так. Кажется, я чуть-чуть криво. Ну да. Сейчас пугнем ворон. Копаем. Поехали. Так, поехали. Копаем. Хорошо. Хорошо копаем. Ничего не пропускаем. Мы молодцы. Кто молодец? Я молодец. Никто не похвалит, а я похвалю себя. Правда, надо реально помыть. Реально помыть будет инструменты наши. Потому что, ну ты посмотри, какая грязь. Наверное, из-за этого тоже будет трудно копать. Ну смотри, уже треть поля готова. Просто треть поля готова. Вот ты видишь, что это? Треть поля. Так, я закончил работу. Ага, понял. Не-не-не-не, пожалуй. Так, допустим, смотри, мы сейчас вот так делаем. Поворот. Еще разок так делаем. Теперь копаем. Вот так, поворот. Поворот, хорошо, так, перебор, хорошо, поехали, так, бля, остановись, назад. Чё ж так трудно? Почему работа всегда трудная? Никогда не бывает легкой работы. Не, бывает, если сравнивать работу, Бывает, конечно, легкая работа, если сравнивать ее с какой-нибудь, но явно не тракториста. И явно не в симуляторе фермы. Вот почему всем трактористам за 300. У них опыт там уже, блин, больше, чем у черепахи. Знаешь, вот, черепаха живет, сколько там, 300 лет. Вот, блин, тракторист столько же должен жить, настоящий. Чтобы получать столько же опыта. Так, хорошо, идем. Отлично, так, дерево скосили, тоже нормально. У нас посередине осталось, окей. Так, отлично. Сейчас посерединочке. Блин, мне кажется, мне не хватит обхвата. И придется еще раз делать. Скорее всего, так и будет. Вот чекай. Так, копаем. Погнали. По чуть-чуть сворачиваем, потому что я знаю, что надо будет направо чуть-чуть. Хотя, блин, посередине поехать и просто один раз потом завернуть. Не понял. А ты что там застрял? Давай не застревай, а? Тебе еще пахать и пахать. Так, круиз врубили. Поехали.
на расслабончике. 8 километров в час, когда должно быть 43. Так, хватит. Хорош. Бля, ну да, не хватает. Не хватает все-таки обхвата, да ты видишь. Но это самый большой же, помнишь? Помнишь, мы брали самый большой вариант. Так, поехали, давай. На круизике. Почему это круиз-контроль? Типа, из-за того, что обычно такую фигню используют на трассе, когда ты, типа, на чистой дороге, ну как на чистой, имеется в виду пустой дороге, где нету никаких больше машин, только ты и твоя машина. Вот вообще. Один на один. Больше никого и никогда не было. Тогда врубается, по идее, и можно назвать круиз-контролем, потому что ты тогда обычно на отдых едешь по трассе. Ну, либо же ты какой-то дальнобойщик, который едет в дальний путь с туземцами. Так, отлично, отлично. Попадаем. Да, все, выполнили. Работу свою выполнили. Сейчас посмотрим, что у нас как там с нашим полем. Ты видишь, какое оно там черное, вообще черное, капец. Капец, черное поле. Так, тут культивировано, значит... Идет сохранение материала. Вот смотри, пожалуйста, не выключай компьютер. Пожалуйста, так, растет. Урожай созрел. Должна быть вот такая вот штука. Оранжевенькая. Или желтенькая. Ну, нельзя. Можно косить. Кого косить? Кого скосить? Кого подкосить? Так, что такое? А, это справочник. Справочник не нужен. Значит, дамка PL75. Это я не знаю, что такое. Прочность. Прочность ломается. Это что такое? Что такое? Челленджер. Что такое челленджер? Так, это 700. Это урожай. Стопудово, да, вот саженец на поддоне. Это ключи. И все. А почему саженец стоит 749? Он же стоил 1000. А где тут саженец? Покажите, пожалуйста, саженец. Будьте любезны. Где саженец? Я не понимаю. Я не понимаю, кто ты и что это. Какашки. Какашки, просто какашки. А это что такое тогда? Вода, водичка, водочка. Допустим, так, поехали смотреть, что у нас тут происходит. Тут у нас вроде бы... Ну, вроде бы что-то есть, что-то нет. Такое сам, такое. Ты работаешь. А, это ты до угла доехал, да? Я так понимаю, тут нету вообще. Окей. А ты у нас тоже садишь. Ты садишь на посаженном. Ты дурак, что ли? Уехал нахер. Так, освободить вагон. Будьте любезны. Дорогой, освободить вагончик. Так, это что такое? Оно что, бесконечно? Не бесконечно, отлично. Видишь, оно не бесконечно. Так, разворот. Поворот. Оседлать коня. Готово. Так, поехал. Так, сейчас надо ровненько как-то его запустить, а то он опять, бляха, треугольник сделает. Но на данный момент она. Посмотри в глаза. Вот тут такое. А давай знаешь что? Я возьму просто, сделаю скрин поезда. Я действительно сделаю скрин поезда. Поезд у меня будет в этом. В... На заставочку поезд будет. Вот так. Нормально же будет, как думаешь? Думаю, да. Фу, заставочку эту. Эту превьюшку. Во. Превьюшечку. Будет у меня поезду. Поезд дока. Дока поезд. Так, а это что же мы можем пахать, правильно? Да, это мы молодцы, это ж мы купили. Ай, поворот, дорогой. Ну давай. Фанатичный фермер. Возделать 9 гектаров. Смотри.
Я сделал 9 гектаров, 10 гектаров, меня похвалили. А я проехал. А я проехал, меня только похвалили, и я уже все обосрал. Ну давай, ну блядь, ну будь другом, поверь. Пась. Надеюсь, ты зацепишь теперь этот кусочек. Хорош, молодец вообще, молодец, давай. Теперь круиз врубаем и поехали. Вот так, красиво, 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 по красоте вообще, по красоте. Вот что мне не нравится в этом поле, так потому что оно кривое. Оно все время увеличится, увеличится, увеличится. Вроде бы это же тоже увеличится. А нет, это ровно. По идее, это ровно. А нет, ну или кривое. Сейчас, погоди. Вроде бы кривое, а вроде бы и ровно. А что, уже не 8 км в час, а 5? Что, реально грязь мешает? Или из-за того, что я в кусты въехал? Или из-за того, что это холм побольше? Мешает объект. Погодите с объектами со своими. Блять, они же деньги живут, по идее. Ну подождите, подождите пока с объектами со своими. Так, там там уже вороны бушуют, и посмотри. Им насрать, что я пахаю тут. Вот, просто насрать. Тупо черная земля. Чернозю. На, нахуй, задавлю. Такой я, такой страшный серый волк. Все подсолнухи задавлю. Допустим, давай-ка вот так развернемся. Тихо. Криво. А нет, все хорошо. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас, значит, в этот час. Так, теперь смотрим. Два барана, внимание. А нет. Самка барана увидела барана. И тупо не хотят никто это кому-то пропускать. Там профилер, кстати, крутится. Ну давай, допустим, тебя убираем. Да погоди. Сейчас объедем тебя. Вот так. И тебя запускаем. Поехал. Нормас. Вообще нормас. Так, теперь забираем отсюда. И поехали дальше копать. Поехали. А я могу тут культивировать тоже. Это ж не мой участок. А ну давай проверим. Я кому-то съебал подсолнух, нормально. Не, он пускай платит. Я ему подсолнухи буду убирать, а он пускай платит мне, а. Нормально? Ну это я случайно, конечно, ну давай. А так пускай дальше платит. Если он хочет продолжение работы, пускай платит, действительно. А то бесплатный сыр только мышеловки. Видал? Видал, как хочет? А чье 16-е поле? Погоди, давай-ка проверим. Так, давай-ка сначала троечку. Чуть-чуть до этого докосят. И посмотрим заказы. 16-е поле. 16-е поле. Владелец поля. Так, у нас 25. Так, стоп. Поднимай. Подняли. Молодцы. Опускаем. Поехали еще разок. Нормас. Так, заработная плата опять снялась. Смотри, это же у нас тоже кредитные баксы пошли. 500 тысяч было, как-никак. Это у нас кредит скоро закончится. Вот если кредит закончится, то тогда уже да, тогда уже конец будет. Гейм овер, ребята. Гейм овер нашему бизнесу и всему, что тут есть. Придет, если закончится денежка наша. Вот так вот. Вот так, красиво, давай. Красиво. Красиво, я сказал. Так, поехал. Что я хотел глянуть? А, я хотел глянуть, чье 16-е поле и что ему там надо. Точняк. Это капуста? А, нет, это то же самое. Ну, просто... Да нет, это капуста. Горох. Капуста. Горох. Гороховая капуста. Или, короче, трава. У меня других вариантов нет. Это просто трава. Канола. Что такое канола? Пиши в комментах. Это трава или не трава?
Потому что я не сильно разбираюсь. Оп. Картошка, картошка, понятно. Кукуруза, кукуруза, понятно. Арбуз, ну, блин, футбольный мячик, ну, понятно, зеленый футбольный мячик. Далее, что еще я могу тебе сказать? Допустим, горох в стручках зеленых, то я еще могу понять. Знаешь, я даже могу отличить горох с фасолью. Вот горох это зеленый стручок, а фасоль это белый стручок. И то же самое внутри, там шарики у гороха зеленые, а у фасоли белые. Это я могу отличить. Но вот это канола, канола. Я даже знаю, что такое конопля. Я не знаю, что такое канола, ты понимаешь? Я знаю, что такое конопля, не знаю, что такое канола. Челленджер. Видал я челленджер. А что такое? Что такое медленный? Бля, стой. Не тянь. Ты что там на камень наехал? Чё? Алло, Араш, ты там на камень наехал? Еб твою налево, приехали. На, видать, да, на камень наехал, ты видал? Да едь, алло, давай. Чё, черепашка-ниндзя? Пицца обожралась. Мельница. О, маяк, видал? Маяк. Тот, возле которого мы в прошлой серии бушевали. Едь давай. Колеса вроде достают, что ты не едешь. Давай, давай, дорогуша, давай, давай. Я в тебя верю, ты сможешь, родная. Ну давай, ну пожалуйста. Давай вот так хотя бы. Вот так. Еще один заходик. Или два. Надеюсь, один. Надеюсь, мне хватит одного захода. Я не хочу второго делать. Смотри, вот тут. И вот тут разворотик. Вот тут. Вот тут. Вот тут разворотик. Ай, блядь. Три! Три захода! Ты что, шутишь? Нет, не хочу три. Давай там. Два вот таких и два вот таких. Просто один кривой. Давай, 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 давай. Пойдет. Все, пойдет, пойдет, пойдет. Поехали на разворот. Поехали на разворот. Вот это последний заход. И у нас два поля чистых. Два поля чистых теперь. А, еще можно посмотреть. Я ж так и не посмотрел. Хотел сказать, забыл, но я не забыл. Хотел сказать, я не забыл, но я. Так, погоди, я ж не забыл. Вот, все. Я хочу посмотреть, что там с 16 полем, это 16 поле, да, это 16 поле, я хотел посмотреть, может работа там на 16 поле есть, может надо вспахать все-таки, а потом он мне по землю все отдаст. Тормози. Собирай. Собирай свою махину. Закончил работу, так, погоди. С? Нет, X. Да, X собираешь. Значит, пока собирает, давай-ка смотреть, что ему надо. Есть ли тут 16 поле вообще? Смотри, получается, первый цементный завод, второй 25 поле, и вот 16 поле у нас идет. Тут надо удобрить поле 16 любым удобрением, жидким, термом, компостом или навозом. Использовать свое оборудование или арендовать его впоследствии будет снизиться то-то, то-то. Помни про необходимость для инструмента ресурса удобрения. Короче, надо было бы еще говно докупать. А если я ему все спилю? Точнее, ей. А ну-ка. Две одинаковые. Да? Первые 18 пули это все ее. Причем маленькие или какие? Вот это еще очень маленькое. Какое тут самое большое поле? Самое большое. А вот, у него самое маленькое поле, 25-е. А самое большое у этого, у 5-го. Чекай какой. Ну он старенький уже, он, понятное дело, насобирал себе на поле. Так, что у нас там с удобрением? Меня интересует. Меня интересует, что с удобрением.
что с удобрением, что с удобрением. Ни хрена себе деньги жрут, чекай. Ёб твою налей. А где деньги? Куда? Куда деньги уходят так быстро? А нафига ты садишь тут-то? Подруга, стоять! Тормози! Алло, блядь! Где поле не засаженное? Вот, пол поля не засажен, что там не садишь? Твою налево. Вы что там, все дебилы такие? Садите мне поле, блин, хрен знает как. А что он такой огромный? А где конец поля-то? По идее это, ну, а что он такой большой? Ёб твою. Понимаю. Просто понимаю. Поехали в начало. Придется все-таки отвозить наш транспорт, вот эту арендованную, сдавать обратно. Вот сюда. Вот сюда и назад сдаем. Аж поехала. Так, далее. Б. Так, ты у нас тут. Ты у нас, дебил, опять тут садишь. Выруби. Выруби, как тебя? Б. Нет, аж. Окей. Тут засажено. Ну что ж ты, блядь, тут садишь, дура. Дура ты, родная. Дорогая. Что ж ты тут садишь, а? Куда ж ты тут вообще садишь, я не пойму. Давай сюда поехали, блин. Ну, что это? Вот как этим работникам вообще можно оплатить? Вот, чтоб вы понимали. Они садят на одном и том же месте. Как им можно хоть что-то платить? Вот как? Вот называется, хочешь что-то сделать, делай это сам. У тебя все получится. Только, блядь, ты ленивая жопа. Вот тебя. Даже ты еще более-менее ровно садишь. Сейчас давай посмотрим, как он посадит. Мне интересно, он налево пойдет к воронам или направо от них? Может, они просто ворон боятся? Ебать, трактористы, которые боятся ворон. Что это за фобия, боязнь ворон? Поднимают. Молодец. Последний саженец какой-то кривой. Так, разворот идет. Окей. Допустим. Не, ну он нормально садит, окей. Тогда поехали вот этот сдавать в магазин. Где магазин? Пометить место. Тут пометки нет, пожалуйста. Нет пометки. А, все. Значит, разворот назад. Так, нам назад поехали. Читать, да? Читать. О, дерево. Я пока почитаю, блин, я в дерево уже потерялся. Дерево, блядь, ты видишь, что едет? Съебись с дороги. Тут тракторист за 300 едет. Ладно, поехали. Ну, поля там испахали, мне эта техника теперь уже нахер не нужна. У меня три поля, ты понимаешь? Одно больше второго. А третье такое вообще. Насколько? Раза в 3-4 больше, чем два первых. Сюда поехали. Хотя, по идее, если бы я вниз поехал, было бы ближе.
по идее. Но я уже так поэтому. Уи! Ёпта, ты что, застрял? Тихо, назад. Что такое большой? Да что ты будешь делать, дорогуша моя? Застрял. Не переворачивайся, ты чё? Налево пойдешь, в рай не попадешь, ты что? С моста прыгать не вариант. Так спокуха. Только не падай. Делаем объезд. А можно рыбку ловить? По идее нельзя. Так, куда? Не туда. Ладно, туда. Пофиг. Ничего, там просто дофига объезда. Нам сюда. Сюда легче. Сюда проще. Здесь большая дорога просто. Так теперь прямо. Пожалуйста, не сбивай ящик. Не трогай ящик. Не поедешь. Ты застрял. Ты не трогаешь ящик, но ты застрял. А, ну ты, может, об столб застрял? Погоди. Ебать, ты об столб застрял. Да ты обо все застрял! Хорошо. Блин, думал я. Хорошо. Да ёб твою налево. Поехали уже. Хорошо, давай вот так. Давай вот так еще. Давай вот так. Вот так, поехали, поехали, поехали. Ну, блядь, ну почти. Сейчас колесо подобью. Давай, 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 родная. Да ну ты серьезно? Снеси этот столб к чертям, или уже ящик почтовый. Я так больше не могу, мне. Поехали обратно. Поехали через поле, блин. Тю, там дерево мешает. Сдаем назад. Так, смотрим, никого нету, там только дерево. Едем вперед. Так, сдаем назад. Там опять дерево, никого не трогаем. Едем вперед. И спокойно проезжаем через поле, да? Поехали через поле. Ну, я не хочу тут. Хотя можно было, ну ладно, все, уже поехали. Поехали через поле. Вот так все хорошо. Вот так замечательно. Просто замечательно. Ты что, опять? Ты серьезно? Да ты серьезно? Ты угораешь. Ты просто с меня угораешь, да? Я ж тебя уже сколько раз разбил. А тут дерево. Самый большой культиватор, он нереально большой. Это представь, это он еще сложен. Везде врезается. Я пс... Твою... Ты... Я пока до магазина доеду, я его уже нахер сломаю. Я уже готов его просто выкинуть к чертям. Я готов просто левому прохожему его отдать. За гроши. А не ехать вот это возвращать. А там где-то... А там другое сто. Ой, ёптвою блин. Вот так. Хорошо, поехали. Ровно по дороге, ровно по дороге, ровно по дороге. Никого не трогай, никого не трогай, никого не трогай. Пожалуйста, по дороге, по дороге, по дороге. Хорошо, хорошо, хорошо. Блять, машина будет. Так, аккуратно. Машину аккуратно объезжаю. Столб, столб аккуратно объезжаю. Хорошо, едем, 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 едем. Так, он вообще на месте? А то ни во что не врезаемся. Я уже и этот, испугался, что я реально потерял. Так, вон, видишь? Зеленая точка. Зеленая точка, это что значит? Типа, я его пометил, зеленая точка, или, типа, туда возвращать можно аренду?
Тихо. Не падать. И чё? Наверное, на продажу надо вести. Там аренда завершается. Скорее всего. Так, стоять. Вот так вот. Значит, ну посмотри, эта штука больше трактора. Хотя нет, она размерами где-то... Ну, в принципе, если скомкать вот эту груду железа как трактор, сделать из этой груды железа трактор, то таких же размеров будет. Вернуть? Продать эту технику? Нет. Да, нет. Назад. Погоди. Давай, беги, 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 беги. Сейчас посмотрим, сколько этот культиватор, чего стоит вообще. Сюда... И сюда. Сюда. Вот, культиватор. Значит, чекаем самый-самый-самый последний. Вот этот вот. Аренда будет стоить в день 1860. За час работает 3900. Трактор. 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 Сколько трактор стоит большой? Просто я не знаю. Ну, по идее, его надо вернуть, чтобы не платить аренду. Так, где там у нас челленджер? Челленджер. Челленджер у меня не такой. У меня вот такой челленджер. В смысле? Погоди. Это GCB. У меня челленджер. А, что, у меня такой? Погоди, в смысле? Я что, с колесами его взял? А что ты не грузишь? А в смысле ты не грузишь? Ты чего? Товара нет в наличии, что ли, или что? А он стоять. Где челленджер-то написан? Вот, челленджер. Не понял. Кого я взял? Ой, я застрял. Нельзя взять стул. Вот эту штуку. Тоже тяжелая. Ты что, серьезно? Что там за неженка, блин? Что там за качок такой интересненький, который ни хрена взять не может? Так, смотрим, челленджер. А, нет, смотри, как надо. О, челленджер. А, во, ни хера. У меня даже дороже. Не сдал. Да, давай отдадим его. Вернуть. Верните мне его, пожалуйста. Верните мне мои бабки. Верните мне мои бабок. Бабок надо вернуть. Правда, вы мне ничего не вернете? Вернуть. Да. Техника возвращена. Хоп. Сдаем задний. Хоп. Вернуть. Да. Техника возвращена. Все. Меньше жрать должно. Вот меньше жрать должно. Серьезно. Серьезно говорю, меньше жрать должно. Так, давай-ка пока что купим. Давай пока что не будем ничего покупать. Тут пока что садят. Видишь, садят. Один. Второй. А где третий? Второй. Вначале. А третий где? А третий что, блядь? Только три посадил? Четыре. Три, четыре. В смысле, он вообще садил? Погоди. За что я ему плачу? Может, оно не загрузило, конечно. А, ну оно не загрузило. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это пошел процесс. Вот это, блядь, процесс пошел. Ебать, мне пилу надо купить. Сейчас, погоди. Мне ж надо пилу купить. Я забыл про пилу. Где пила брать? Где браться пила? Либо железотехническую машину. Ну там с пилой надо. Это что такое? Это пила. Но без возилки. А это рука просто. Не, мне надо просто пилу.
Давай самую последнюю марку. Какая тут самая крутая марка? Вот это. Wilson Trailer. Wilson Trailer. Ты понял? Тут животных перевозишь. 38 овец. Таких-то коров 12. 36 свиней. А тут зерновое. Так, далее инструмент. А, это планировочек. Вот. Цепные бензопилы. Типа, а в чем прикол их? В чем разница? Я не шарю просто, в чем разница. Типа, разноцветные все. Нет. Ничего ж поменять нельзя, чекай. Вообще, вот вообще ничего нельзя. Ну, давай смотреть по цвету. Типа, вот это легенькое, сразу видно. А вот эти все тяжелые. Но я не хочу вот эту. Она некрасивая. Далее, вот это, думаю... Не, мне она не нравится по цвету. Либо вот это, либо вот это. Либо вот это, либо вот это. Либо вот это. XP. 550 опыта. 550 лет опыта. Ты понял? А тут CS. CS не знаю, что значит. И вот это. Она чуть меньше красной. Прокрутите колесико мышки или нажмите клавиши 1-2, чтобы переключить между бензопилами. Ебать, пошли. Я не маньяк, но у меня есть пила. Ребят, вы знали, что в городе маньяк завелся? Ты куда? Зарежу, но. Зарежу, блядь. Ты знал, что в городе маньяк завелся? Зарежу, блядь. Куда поехал? Куда? Так, спрячь пилу, побежать. Догоню. Чё, боишься? Боишься меня, да боишься. А я тебя догоню. Смотри, какой маньяк быстрый, да? Поехали! Уи! Так стой. Уи! А деньги-то ебать уходят. Куда? Таксист! Своего потерял. Опа-на. Так, а тут мы не были. Что такое? Касса? Деда открывает. Внук приехал. Помогу. Ой, кровь. Ой, вода. Ой, еще кровь. Бачок. Так, заработная плата опять. Кто гудел? Качель. Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Знаешь, как мы сделаем? Мы сейчас вот так делаем. Таемно. Так, будь другом, залезь. Будь братом. Подлезь. Ой. Ну, красиво. Не, не залез. О! Хорош! Паркур пошел, паркур! Все, блядь. Опа, смотровая вышка. Маньяк явился перед вами. Зарежу всех и все. Всем похуй. Никого нет дома, да? Маньяк тут, видать, не самая популярная профессия. Бывает. Что сказать? Бывает. Просто обосрали одну из таких профессий. Нет. Машинист поехал. Ты пахаешь, ты пахаешь, ты пахаешь. Не понял. Не понял, погоди. Как-то ты криво, Саш. Или мне так кажется? А, да, мне кажется. Так, ты хорошо садишь. А ты? Нет, не ты. А ты? Ты у нас... Вряд садишь, правильно? Ты у нас сейчас молодец, ты у нас самый лучший огурец. А давай-ка знаешь что? Давай-ка вот так убираем. Поехали вот так, сами посадим. У нас же 19 штучек, правильно? Вот сейчас пока высадим до двух штук. Или там до одной. А кто это?
Кто эти два ряда оставил? Я не знаю, кому эти два ряда сейчас стоят. Ну да ладно. А, я думал, то, кстати, флаг впереди, а то машина. Просто машина, ты, да? Просто машина. А я думаю, это флаг уже. И как мне мыть транспорт? Есть ли, во-первых, смысл? Ну, мне кажется, есть, так как он быстрее будет кататься. По идее, грязь же налипает. А во-вторых... Во-вторых... Я делаю работу с... Не пуль. Что это такое? Кто это такое сделал? У кого это такое? Руки не из руки, а из руки. Не понял. Кому руки с руки засунуть, а пихуки кому сделать? Смотри, все на середину уехали, подальше от меня. Видать, они знают что, но не хотят говорить. Что это знает? Но боятся мне сказать. Смотри, где там Аш? У меня сейчас тимбл, я ничего не вижу. Так, Ашку. Ашку нажимаю. И работает. Все. Так, три саженца, окей. Тут есть саженцы. Так, стоять. Нет, поднимай. Опускай. Поехал. Нормально. Нормально едем, хорошо. Хорошо едем, вообще замечательно. Пока деньги уходят меньше, это все супер. Когда деньги уйдут хорошо, это будет все пупер. Дупер. А нет, мне будет плохо. Когда деньги уйдут, мне будет плохо. Мне будет больно. Мне будет больно от охраны банка. Это я знаю единственное, точно. Я знаю точно, что это будет единственное, что я узнаю больше. Больше я вообще ничего не знаю. Никогда. Что там за кончик? А что там зеленая точка попала? Кто-то работу кончил? А я принял работу? Если я не принял работу, значит она не закончена. Что вы мне там пытаетесь надуть, а? Лягушку? Лягушку нельзя надувать. Она лопнет, и потом будет все красно. Компота перепила, видать. Лягушечка наша. Так. Да нет, вроде все хорошо. Работает. Так. Значит, поехали сохранять материал, во-первых. Сохраняем материал, да. Вот у нас культивированная земля. 15 и 14. Тут пускай досаживают. Значит, что нам надо? Что нам надо? В магазин опять, что ли, поехать? Попробовать, может, что-то тут другое засадить. Ну, тополя. Тополя мы засадили. Нам, значит, надо... Давай-ка два саженца этих. Как их? Как? Где магазин? Откройся. Сезам, откройся. Спасибо. Подон. Подон. Подонки. Вот подонки у нас с тополями есть. Первый взнос. Аренда в день. Аренда за час. Купить. Купить. Пойдет. Значит, вот эти две штуки надо будет потом забрать. И один трактор отдать нахер. С аренды. Он мне уже не нужен. Я думаю, с двумя тракторами мы там все сделаем. Типа, я сажу, он садит. Я сажу, он садит. Будем работать вместе. А знак мы спиздим. Не понял. Спиздим. Не понял. Спиздим. Опа. Сейчас укоротим. О, точняк, 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 точняк. Можно ж? Можно ж? Раньше, раньше. Спасибо, пожалуйста. Не понял. А типа чё, можно... А типа чё, можно было спилить все деревья к чертям? Вы не шутите? Серьезно? Можно было сделать это? Что это за домик? Пошли к домику.
Пошли к этому домику. Кашу проверим. Ой, а далеко бежать? Не понял. А, понял. Конец. Конец игры. Конец локации. А, так мне же не дадут туда залезть, по идее. Я застрял. Успокойся, я застрял. Все. Побежали. Побежали. Давай. Флэш, врубаем максималочку. Только не особо как-то летим. Вот раньше, да, раньше. Вот где тут хоть что-то? Где эти самые животные? Где твари? Так, это что? Это не то. Это не то, что мне надо. Но мне надо по прямой бежать. Мне надо по прямой бежать. Так, смотри. Д стоит. А стоит. Б стоит. Нет, Б двигается. А стоит. Д двигается. А стоит. А стоит. Почему А стоит? Почему А стоит? Я не возвращаюсь на А, потому что я не хочу потерять... Ну, глянь, как красиво вообще. Ой. Не понял. А что это за квадрат пошли? Я в Майнкрафт не записывался. Ебать, глянь, как красиво. Столько. Опять Майнкрафт пошел. Что за квадрат? Я раз... Не понял. Вот так, хорошо. Так, давай-ка где-то вот отсюда. Я разбежавшись прыгну со скалы. Ух, ебать. Вот я есть, и вот меня не стало. Будьте любезны, дайте перед... А, блядь, грибы. Пиздим грибы. Как нет доступ? Что мне тут морозит? Где? Нет, где 9? Вот 9. А, наверх? Пошли наверх. А, наверх нельзя? В смысле нельзя наверх? Вы чё? Я что, зря прыгал оттуда? Алло. Алло, блядь. Лесничество. Я требую тут дороги. Это все. Сейчас я стану богом, я вам тут все дороги наебу. Сделаю наяву. Что такое? Грибучка. Спиздили бревна. Проебали бревна. Это пенек или камень? Ну ладно. Так, где? Как? Как мне туда попасть? Дятел, а ну-ка поднеси меня туда, пожалуйста. Будь любезен. Опа-на. Нихуя себе, молоток. А что тут молоток, сын? Это пасхалка? Пасхалка? Какая пасхалка? Где молоток? Где молоток? Так, молоток отдай. Так. Там закрыто. А если мы так сделаем? Не работает. Вот. Я думал, заработает. А почему оно не работает? Я не понимаю. Туда нельзя. Сюда. Ну дай сюда залезть. Алло. Ты чё? Ты нормальный? Дай сюда залезть. Я распилю твой камень пополам. Давай. Хорошо, летим. Хорошо, давай. Да, блядь. Чуть не пополам пошло. Давай. Выше здания. Давай. Хорошо, идем. Хорошо, летим на небеса, блядь. Поля опять. Ничего. Мы научимся, мы налетим. Мы полетим в небеса. Мы наконец-то там будем. Да. Да, мы летим. Опять. Поехали налево. Мне кажется, это уже не выйдет. Это уже не вариант. Суицид не вариант. Время топиться. Не понял. А мне нравится. Так, стоп, мне не нравится. Сюда. Хорошо, залазь. Давай. Ну, пожалуйста, бляха. Ну, что ж ты стоишь на месте? Представляю, там где-то на поле этот работник стоит мой.
такой, ты чё, долбоёб? Стою, блядь, в воздухе. Нормально. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Ёпта. Упал. Блядь. Серьезно? Я случайно нажал. Ну ладно, телепортнулись, так телепортнулись. Так, что у нас тут? Саженцы есть, есть, есть. Ну скоро вы там засадите, давайте, ребят. Ищу. Еще дохуя. Еще дохуя, дохуя. Нихуя. А что так много? А что так много-то еще нам? Так, ну тут погоди. А куда ты садишь? Тут есть куда садить? А так тут еще садить? Ём. А так можно было, что ли? Так, а ты что? Ты уже по посаженному поехал, да? А он тормозит. Милочка, давай, блядь, по-хорошему. Это пизды дом. Давай, поехал, 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 поехал. Все 25, давай на разгон. Дави на газ. Тыц, 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 тыц. Все хорошо. Не знаю, может кому-то все-таки был интересен этот симулятор фермера. Мне такое себе. Не, ну на самом деле вначале мне нереально интересно было. Мне нравятся вот игры там, где надо либо выживать, вот выживания какие-нибудь, либо сейчас, либо вот эти вот игры, которые для чего? Для развития бизнеса, вот. Для бизнеса мне нравится. Но, как видишь, тут все хреново, опа. Что так можно? Что? Ну-ка. Не, нельзя. Сиреноголовый. Я уничтожу вашего сиреноголового. Все. Нет его больше. Я не маньяк, но у меня есть пила. Я просто не знаю, что еще делать. Вот вообще не шарю, что еще делать. Уже лажу везде, хрен знает где. Ветру. Спиздим ветру. Нельзя. Видал, нельзя ведро забрать. Забрать ведро, ведра нельзя. Ведро, водра. Водра, ведро. Остается только ждать. Ой, застрял. Остается только... Не понял. Свалился. Остается только ждать, когда... Я нашел свой знак. Так. Или это не мой знак? А, мой... Остается только ждать, когда они все досадят. Вот наш первый лид. Пожалуйста, расскажите нам, почему вы такой долбоёб. Я вам не мешаю. Пожалуйста, расскажите, блядь, почему вы такой долбоёб. Все, все, все. Куда, блядь, разворачивать? Что, блядь? Куда разворачивать? А это кому? Ты чё, дурачок? А это кому-то? Кому ты то оставил? Ёб твою налево, ёб твою налево. Гоняем ворон, короче. Либо же поехали... Так, на поезде. На поезде куда мы можем доехать? Давай-ка на личном поезде поедем... прямо и сейчас где-то направо выйдем. Вот где-то... Где-то... Вот тут! Ай-яй-яй, тихо, сейчас собьет еще нахуй. Тихо. Ой! Перепрыгнул. Видал, какой я профи? Я перепрыгнул. Так, девятку нажимаем, вырубаем. И идем. Идем, идем дальше. Меня интересует вот этот завод. Я, может, на нем был, конечно. Но я забыл. Я был, но я забыл. Это, наверное, завод Чарли Чаплина. Чапхина. Или кого там? Кого это зовут? Чей зовут? Признавайтесь, блядь. Чей зовут? Залезу нахер по стене. Блядь, замазаны все окна. Ну, блядь, помыть что можно? Нельзя.
Вот что это за кирпич? Это кнопка потайная. Да? Вот. И на каждом. И на каждом столбе такой. На каждом столбе такой. Допустим, я залезть тут не могу. Я залезть тут не могу. И войти никак не войду. А войду. Так, значит. Парковать машину запрещено. Спиздят машину. Мониторинг видеокамера. Кондуктор даже съебался. Проходной. Мониторинг видеокамеры. Так. А где мониторинг видеокамер? Я чуть чердак. Тьфу, чердак, подвал. Витя, открывай, это я. Ну что, принес? Да, принес. Пилу принес. Не понял. Не понял. А что такое? А что? Типа, а чё? А чё? А чё сюда? Ух, ёб твою налево. Давай. Спайдермена врубаем. Врубаем Спайдермена. Давай, 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 давай. Или Супермена, или Спайдермена, или кого там. Халка нахер. Нахер. Нахер, не нахер. А что это? Собаки. Дикие собаки. Нету диких собак. И сюда нельзя пройти. Норд, Фолин, Голгас. Норд, Фолин, Голгас. Да, понятно с вами все. Тут нигде не, нельзя лазить. А тут можно. Чекай, сюда можно. Металлолом. Сейчас сдадим. Машины на металлолом лучше сдавать. Там побольше металла будет. Еще металл. Это может какая-нибудь металлобаза, а? Либо я не понимаю. Либо я понимаю, либо я не понимаю. А ну знаешь, что мы сейчас делаем? Настройки игры. Не, не знаю. Ускорение времени, реальное время. Блять, так что, так можно было, что ли? Так, води. Время в игре на 120 больше. Типа сейчас. Типа стой. Так они долго садят. Только деньги быстрее уходят. А если сейчас беру, смотри. Реальное время. Видал? Видал, как надо? То есть, сейчас, выйдем, а то оно гудит. Я не шарю, я не слышу. Вот смотри, получается, если я врубаю реальное время, то деньги жрутся медленнее. Если я врубаю игровое время на X, там, 120, 120 быстрее, там, за один день у нас проходит 120. А у нас было всегда на 5, да, у нас на 5 быстрее. То есть у меня, считай, сколько? 5 часов игры, это 1 час... Нет, сейчас, погоди. Сколько у меня? 8 серий, это 9 серия. Сейчас 9 серий, это на 5 было. Нет, это сейчас реальная серия была. Так это сейчас 8 серий на 5 часов. То есть... В игре прошло 40 часов. И 1 час. 41 час в игре прошел. Понял? В игре сейчас прошел 41 час. А, нет! Ну, в эту игру, по идее, по игровому времени, я играю 41 час. А по нашему... По нашему... Не, не по нашему, сейчас. По игре, вот именно вот, вот этому сохранению... Я имею в виду это сохранение, вот. То я все сохранения считал, вот 41 в общем. А по нашему сохранению, именно вот по вот этому последнему... Сколько? Наверное, часов 11 игрового времени. Хотя, ладно, давай поставим где там время нахер на 120, все.
сохранить игру, сохранить материалов. Все, готово. Время пошло, тикать. Видишь, как тикает хорошо. Думаю, на этом мы, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Геймер. Всем пока.